Блядские, блядь, бесы взяли, отпрыгнули от меня. Да вы рофлите. Смотри, смотри, идут. Бэм с Кайлом по ебалу. Уже можно было и не грипать его. Да, со стискивающими тенями интереснее. Получишь. Развернешься, потом уйдешь. Удачи. Клинки на рогу. Клинки в жопу только. И клинки, вы что, с луны свалились, что ли? Еще что, брутозавра может? Вот, и как бы если она бы сейчас на себя повешала щит, то я бы мог прорвать язвы и ей его сбить. За прохождение дают реколор сета Т20. Из гробницы Саргероса. Ну, также тебе дадут ачиву за его получение. Ну, если у тебя нет этого сета. Че еще? Но если все 7 испытаний пройдешь, то маунта дадут. В Легионе давали вепоны, сейчас не дают. Ну, как бы мы и не в Легионе. Всему свое время. Он смог друида в форме Риколора. Ладно, область чумы не сделалась, это важнее. Я отхилюсь. А вот платформа нихуя не почистится. Так, пора уже жнецы навешивать. А чё это нафиг башню? Хороший контент. Превосходный, я бы сказал, замечательный. Ты что, не хочешь в башню? Какая жалость.
Все же ее так просили, все хотели ее. А ты ее не хочешь. Ты что? Может быть, ты из этих? Из тех, кто не любит нововведения в мире Варкрафта. Таким не место. Башня — это хуйня, а не контент, Костель, по факту. Я с тобой полностью согласен. За все 7 испытаний Маунта книжку дают. Ну, то есть это и одно хиловское, и одно танковское, там на всяких разных спеках, там тудым-сюдым. Чё, да ну килл, что ли? Прикинь, 200 хп. Бам. Кстати, эти бесы дают ей иммун. Если я бы не убил бесов, я бы вайпнулся. А потому что пот пожалел. Под войско таймил. Думал, типа, войско откатится еще. Заебись, прошел. Найс. И чё? Надо на танка теперь проходить. Ну, я прошел, все, найс, хорошо.